Привет всем любителям пошаговых стратегий и Humankind в частности. Пора рассказать, как создавался мой аватар. Я обещал это своим зрителям, так что поехали. Я давно на связи с Amplitude Studios, еще, по-моему, с Endless Legend. То есть я всегда прошу рассказывать мне о новостях, ну, естественно, присылать игры и прочее. И они где-то летом этого года, со мной, после релиза уже Humankind, со мной связались и сказали, мол, хотим тебя поблагодарить за участие в проекте, давай сделаем твой аватар и, более того, еще и озвучим его. Сначала мне пришлось со всех сторон себя, свою голову обфотографировать и еще с несколькими выражениями лица это сделать. Вот примерно так это выглядело, вы сейчас видите на экране. Я это послал амплитьюдом, и они сделали вот, ну, аватар. На самом деле сделана только голова, по-хорошему, и просто надета на туловище, которое практически у всех аватар одинаковое. Там какие-то есть небольшие различия. Кроме того, мне прислали еще такой опросник, типа анкеты, для того, чтобы характер моего аватара сделать и его способности прописать. Это было сделано довольно быстро, и уже аватар появился в игре. Могли мои зрители, которые на Твиче смотрели, он выпадал как дропбокс. Ну, в принципе, там все могли получить, не только прям чисто мои зрители. Он выпадал дропбоксом, и можно было его добавить в игру как соперника. После этого амплитьюды искали студию поближе ко мне, и в середине сентября я пошел записывать фразы. Вот сейчас это все будет перемежаться тем, что происходило, плюс еще уже фразы сделанные я буду вставлять в само видео. Вы настоящий бриллиант, а бриллианты я люблю. Так, рассказываю и показываю, как все это происходит. Я сейчас вот в такой маленькой комнатке нахожусь, вот тут студия записи. Вот меня сажают в такую комнатку, она закрыта на самом деле, это сейчас у нас перерыв. Как видите, на планшете у меня персонаж из Humankind. Дальше там текст русским языком идет, и это как караоке. Причем идет такая квадратик, который показывает, в каком месте говорить надо, и при этом сам персонаж еще и анимирован, и действует так, как он в игре будет действовать. The previous one? Uh-huh. Yeah? Uh-huh. So this is 416. No, the next one. This one, yeah. Yeah, okay, great. Here we go. This is marker 417. Откажись от ереси, или тебя ждет гиена огненная. Вот исходя из этого, собственно, я должен говорить. Причем мне сказали, что я не должен прям придерживаться конкретно русского текста, тем более, что есть реально, ну, проблемы с переводом некоторые, потому что понятно, что переводчик чисто с текстом это переводил, а в игре, ну, оно по-другому должно звучать. Так что я стараюсь, ребята, стараюсь. Я прошу не так уж и много. От вас не убудет. You are beneath my contempt. Конечно, очень смешно. Но мне все-таки кажется, что где-то местами, наверное, будет напряжно. Там вот у нас за стеклом сидит звукоинженер. Он, правда, сейчас ушел покушать в перерыве. То есть он меня контролирует. И из самого Amplitude Studios, я так понимаю, что у них там ближе к ночи сейчас. Вот я сейчас записываю, это у меня 10 утра здесь. А да, кстати, это в Санта-Монике. Не знаю, вам не видно сейчас, наверное. Сегодня туман. И вообще выглядит, видите, за окном. Ой, крутится у меня смартфончик. За окном сегодня туман и выглядит, как будто, знаете, где-нибудь в Москве, в каких-то гаражах на окраине, не знаю, Чертаново. Ну, блин, не видно вам за окном, к сожалению. Ну, у меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться. Interesting. We will reflect upon it. Три человека аж из Amplitude Studios сидят и координируют это действие все. Главный там, конечно, чувак, который мне говорит, с какой надо интонацией говорить. Причем он это слышит, я по-русски говорю, да, он англичанин, постоянно говорит, да, прикольно, он постоянно говорит, что по-русски все звучит лучше, чем по-английски.
Да, я слышал, что говорят другие, но мне важно мое мнение. Приветствую вас. Can you sound just a tiny bit on this one? You know, I like you, welcome, friendly. Okay. I'm sorry, are we still talking about marker 358 or 359? 358, sir. And we're going to redo it. Great. See if you like it. Here we go for 358. Да, я слышал, что говорят другие, но свое мнение важнее. Приветствую вас. That was excellent. Наверное, меня так подбадривает. Посмотрим. Ну, в общем, вот таким макаром идет запись. Я так понимаю, что это еще буду вставлять в резки происходящего. Вот, очень все, конечно, профессионально. Они на самом деле реально это все продумали, как это будет озвучиваться, подготовили перевод. Это мне больше всего анимация лидеров нравится, что для каждой фразы у них есть специальная анимация, подготовленная, чтобы я мог, смотря на действия персонажа, в общем-то, свою актерскую роль пытаться воплотить. Всегда готов выслушать хорошую мысль от хорошего человека. Я согласен. Давай отпразднуем это соглашение. Мне даже сказали конкретно, что мне надо использовать всякие фразочки, которые я использую вот в своих видео. Обязательно, чтобы мой персонаж был узнаваем для вас. Я бы хотел с тобой почаще общаться, но я тут в стратегию играю. Не самый удачный момент. Поэтому я тоже это стараюсь все вставлять, мои дорогие жеужики. Вас задолбает, короче, мой персонаж с жеужиками, имейте в виду. Ладно, пойду дальше записывать. Вызовы и испытания? Мы их не боимся, мы готовы к ним! Мне это нравится, я, пожалуй, даже соглашусь. Второй день записи начинается еще без 10:07 утра, еще 10 минут до начала. Вчера мы, в общем, где-то 500 фраз записали. Сегодня еще, по идее, 250 должно быть. Мы сражались изо всех сил и набирались знаний. Этот мир будет нашим. Несколько соображений. Так понимаешь, я выложу это видео, когда вы уже сможете играть с моим озвученным аватаром. Но у меня есть несколько беспокойств по поводу озвучки. Во-первых, весь перевод сделан на «вы». То есть там все обращения к сопернику как бы идут на «вы». И понятно, что в русском такого просто не может быть. Если ты к старому другу обращаешься, то ты на «ты» будешь обращаться. Точно так же, как и к врагу, которого ты ненавидишь. Например, там типа есть, ну, грубо говоря, какое-нибудь выражение «вы урод» переведено. Понятно, никто так не говорит. «Ты урод» говорят, да? «Я не думал, что ты такая крыса». Тут все на «вы» сделано. Еще раз понятно, что переводчикам, видимо, просто эти фразы дали. Они сидели переводили, даже не знают, что за игра, к чему это относится. Так что я старался, я это объяснил все людям вот там в амплитюде, которые сидят, и просил их мне говорить это обращение там дружеское, нейтральное, к знакомому человеку, которого ты ненавидишь. Вот это вот мне все объясняли, я постарался. «Ты», «вы» как-то сделать, но, возможно, где-то будут нестыковки все-таки. Это я заранее извиняюсь, но я старался, честно вам скажу. Ты ведешь себя как щенок. Я научу тебя хорошим манерам. Вот. Ну и, во-вторых, мне говорят везде вставлять свои фразочки, которые я использую в своих видео. Я все-таки постарался не так много этого делать. Поменьше жеужиков и всякого подобного. Здравствуйте. Меня называют вспыльчивым, импульсивным, несдержанным. Спасибо за комплимент. Если мы будем честны друг с другом, то добьемся очень многого. Я уверен, что будут люди, которых это будет раздражать, что типа это как-то убирает историчность игры. Но мне кажется, раз аватар, то есть вы как бы против меня играете, вы будете ставить мой аватар против меня, против себя, извините, и вам хотелось бы казаться, что это как раз именно я играю против вас. Для этого и использую фразу. Ладно, время начать записывать. Пожелайте удачи. Ваша мощь растет на глазах. Я надеюсь, вы не станете применять ее против друзей и близких. Вам не интересны мои требования? Тогда мне не интересен договор. Вам не интересны мои требования? Тогда мне не интересен договор. Dude, that works so well. That's great.
the gestures are even better. Cool. Как же получить мой полностью озвученный на русском языке аватар? Ссылка будет в прикрепленном комментарии. Вот тут я могу скопировать. Кину ссылку. И по идее, если вы залогинены на сайте gamestogether.com, на этом предьюдовском сайте, то вы просто добавляете в коллекцию, вот как я вот здесь, ведь я Демоникса добавил, Никсалса и так далее. Вы просто можете добавить в коллекцию. Вы переходите, и моя персона будет первой, по-моему. Вот здесь у вас добавляете в коллекцию. Главное, чтобы быть залогиненными. И оно появляется в игре. И когда вы будете создавать новую игру, здесь среди аватар вы сможете выбрать и меня. Кстати, интересно, а я сам против себя не смогу сыграть, да? Вот это жалко, кстати. Я бы сыграл. Посмотрим, кто круче. Ну, надеюсь, вам будет приятно против меня играть. А мне бы хотелось в комментариях, возможно, увидеть ваши видео с моими фразами. Может, кто-нибудь будет записывать, когда будет играть, чисто посмотреть, как оно звучит. Потому что я в своей игре не так много их увидел. Потому что, ну, извините, 750 фраз, а я от силы, не знаю, ну, штук 20, наверное. Ну и кроме того, еще... небольшой открою секрет, хотя там претюды не анонсировали, но понятно, что будут дополнения, это понятно. И я уже даже записывал фразы для этих дополнений, поэтому представляю, о чем они будут. Но рассказывать об этом не могу, я даже специально это уточнял. Не могу рассказывать. На этом все. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как я записывал голос, как и мне, собственно, во всем этом участвовать. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Anyway, thank you so much to... Yeah, I hope you had... Yeah, to make all this happen. Yeah, I had fun. And I want to thank you also for, you know, for your time, right? Because, hey, it's quite a few hours to sort of take out of your calendar, out of your schedule. Thank you, everyone. Yeah, you have a nice day, man. Bye. Bye. Bye, everybody. Thanks.